Всем привет, ребятки, с вами Pixel, и мы продолжаем играть в игрушку под названием Зуба, и сегодня будем играть на Льве Дюке. Надо бы сделать ему уже 1100 рейтинга, потому что он как-то от всех отстает, других персонажей, которые мне уже за 1100 перешли. Ну, чисто я их сделал для конца ивента, потому что ивент вроде бы, да, закончится через 14 часов, ребятки. Поэтому нужно успеть. Нужно успеть докачать себе персонажей до 1100, ну, до цельных, так сказать, пороговых значений, это 1100, 1200, 1300 и так дальше. Ну, мы можем, кстати, посмотреть, какие там значения. Давайте. Не тут. Выбираем. Да, вот здесь. Вот здесь прокачка. И выбираем, то есть видно, 1100, 1200, 1300, ну, в принципе, да, 1400, 1500. Если вы хотите получить какой-нибудь из этих предметов на халяву потом повторно, то лучше бы прокачаться до одного из этих параметров. Конечно, вас кинет, например, на сотку вниз, но зато вам не придется прокачать там с нуля, да? То есть вы получите сразу предмет, например, за 1100 вот этот вот. И либо за 1200. Ну, короче, куда дойдете. Так, а мы сегодня поиграем на Льве Дюке. Только перед этим я хотел бы вам показать небольшую штучку. По поводу того, что я говорил, может быть, разработчики поменяли шанс на выпадение персонажей. Давайте нажмем. Вот здесь вот такая вот, показывают для вас, да? What is the probability of getting a character in my crate? Вот такие вот шансы. С голосом ДК. Видите, да, у вас там 9 персонажей есть, у вас шанс 2,3%. У вас 10 персонажей или больше, и у вас шанс 1,2% на то, что вам выпадет новый персонаж, new character, да, когда вы откроете еще один сундук. То есть, по сути, ну, это голд. Сейчас это про голд сундуки я говорю. Вот такой вот шанс. Он нереально низкий. Чтобы вы понимали, я Лизе вытянул с голд сундука при шансе 4,2%. Это было нереально. Но как-то вытянулось. А вот это вот для изумрудного сундука, Emerald Gold Crate, да. Для изумрудного сундука и для легендарного. Шансы, в принципе, неплохие, намного больше. То есть, когда у меня было 7 персонажей, у меня получился шанс был где-то 21%, 21-28%, ну, плюс-минус, да, такие шансы были. Да, 28% даже было, я вытянул 2 персонажей. Поэтому, по сути, мне кажется, шансы с изумрудного легендарного сундучка еще есть. Даже если у меня сейчас вот 9 персонажей, да, у меня есть вот какой-то шанс на еще хотя бы одного. Поэтому, наверное, после того, как закончится ивент. Сейчас у меня загрузится. Так, быстрее, давай. Вот. После того, как закончится ивент, то есть у нас тут вот ивент есть, вот ивент еще. Ну, в этом ивенте даже не стараюсь, ребят. Ну, награды вообще ни о чем. По сути, ни о чем. Ну, там предметы, да, делаются. Ну, как бы неплохо, но в топ-3 я даже не думаю попадать. Поэтому, как бы, этот ивент я вообще не оформлю. Тем более, он делается на шеле. На шеле нету, поэтому не судьба, наверное. И вот еще главный хищник. Возможно, с этого ивента попадет что-то. Возможно, повезет и попадем хотя бы в 5 или 10% лучших. Это возможно. Ну, хотя бы он не багается. Ладно, не будем тянуть, погнали в каточку сразу же. Будем на Льве Дюке сидеть в кустах и убивать. Ну да, посидел я в кустах, короче, как всегда. Ну, впрочем, ничего нового. Так, давно я, кстати, не играл на льве. Надо вспомнить, как на нем все юзать. То есть мы сначала юзаем ульту, потом юзаем гранату с дробовиком, а потом закидываем уже лук, потому что лук стреляет очень долго и не дает возможности стрелять, ну, другими штучками. Так, ну что-то здесь вообще дропа нету. Вот, лук бронзовый лежит, хорошо. Посмотрим по зоне потом, куда. Ага, зона к нам ее. Значит, выбора у нас нет. Придется где-то здесь отыгрывать. Правда, ботов не видно, это проблема. Хочется все-таки аптечку где-то получить. А кофе-то уже заканчивается. И все, как бы закончилось кофе. Как плохо. Как все плохо. Очень, очень плохо, ребятки. Я не знаю, как я буду сейчас тащить. То есть мне нужно сейчас кого-то шотнуть. Слабенького, желательно. Забрать с него аптечку. Выжить. Поднять себе хотя бы дробовичок получше. И опять все то же самое проделать с кем-нибудь еще. И две аптечки, фулл хп, и я, возможно, смогу тут что-то сделать. Кстати, я слышал, хамелеон где-то юзнулся, вот он. Хорошо слышал, кстати. Кстати, нам же на шелли надо нападать. Но, блин, побеждать-то я тоже хочу, мне сейчас рейтинг важнее поднять на льве до 1100. Кстати, когда хамелеон ходит по воде, это видно, вот видите, да? Да ёб, ну что за игра-то? Ааа, мне это... Я ору, короче. Чтобы вы понимали, я серьезно юзнул эту, как его, ульту. Ууу, какой хамелеончик, а.
Думают убежать. Ну давай, думай. Так, ладно, давайте не будем хамелеон лезть. Пока что. В чем суть? Блин, вот это он такой офигевший. Чё он меня догоняет? Чё этот лев за мной бегает? Отлично, убиваю хамелеона, забираю аптечку. Сразу же хиляюсь без задержек, потому что вообще нету времени. Кстати, у него был золотой лук, золотой. А мы его вытащили. Будем сейчас играть через бочку, наверное, ребят. Ультой, конечно, я не попадаю вообще. Это проблема. Десятая акула. Нет, я туда лезть не буду. Потому что, ну, сами понимаете, десятая акула. Что я ей сделаю? За хвост укушу? Не, ну я, конечно, могу ее шотнуть. Если все будет хорошо. У меня, в принципе, сетап очень крутой в плане того, что золотой лук есть. Я вижу кенгуру, он сейчас кинет гранату, скорее всего. Так, но мне сейчас главное не палиться, потому что, смотрите, сейчас акула нападет на кенгуру, потому что она понимает, что там кенгуру стоит. Валим, валим, валим. Забираем гранатку сейчас. Отлично. Я остался с акулой один на один. И сейчас умираю. Блин, какой же жесткий акула. Конечно, с напалмом играть, это, конечно, странно немножко для акулы. Ну, хотя, если ему так нравится, значит, он и канает. Но мы заняли второе место, это изи. Никого не убил. Нет, одного я убил. Да, одного я убил все-таки. Хамелеончик этого. Я прям жесткий лев, самый жесткий лев, который был на этой карте. Занял второе место. Но, как говорится, очки не пахнут. Вижу там противника сверху. Ууу, лев. Как же сложно. Как же сложно играть. Так, ну чё. Давайте, наверное, зайдем вот сюда вот сейчас внутрь. А нет, вот сейчас ботика убьем. Даже заходить никуда не надо. Да лол, да ну, да ну, да ну. Как же обидно было, ребят. Видели его ульту? И я не видел, а она была. Парам-парам-пам. Разработчики работают. Каждую неделю фиксят баги. Да, да, да. Минус очки, просто. Играешь нормально, разработчики сливают тебе игру. Специально. А почему? А потому что. Эх. Блин, да что бы их этих ботов. То их ждешь, то их не дождешься прям. Ну что, легендарный-то больно же. Ой, легендарный бот это зло. Злое зло. Надо отойти сейчас немножко от этого. Забирать аптечку. Забираем арморчик. Но я сейчас не знаю, как мне забрать легендарный дроп. Ну, короче, Никс просто пришел и за полсекунды забрал. Это вообще нормально? Он меня сейчас будет вывозить, да? Я ему ничего не сделаю, по сути. А где мои... Лол. Как мне эта игра бесит, ребят? Как мне эта игра бесит в плане того, что у меня куда-то пропали две птички? Ну, наверное, их не взял. Наверное, кто-то их другой взял. Наверное, Никс их по-любому взял. Ну, конечно. А кто же их еще мог взять? Это первое. А второе... Ну, вы видели, да, как ульта кастуется? Я повернулся, нажал на ульт, кинул гранату, ульта кастанулась справа. Ой, вот... Вроде бы сделали из него имбу, да, по сути... Какой он... Какой унылый какашка был, такой унылый какашка остался. Ну вот что это такое? Вы мне объясните, ребята, что это такое? Как на этом персонаже долбо нам играть, а? Против подвижных персонажей. Никак. Страдать? Страдать. Да, лучше убегать. Вот вроде бы понимаешь, что можешь затащить, да? Спокойно, но... Тебя просто шотают.
Тебя просто шотят. О, Лизи с легендарной гранатой. Понимаю, понимаю. Да. Вот такой нынче геймплей, ребят. Шикарно. Шикарно. Просто лев ни о чем. Ульта не достает. Туда, куда нужно, не юзает. А просто разработчики фиксят баги. Уже 2 месяца фиксят. Не знаю, что они там фиксят, но... Ничего не меняется уже 2 месяца. Он никогда не поменяется. У меня такое ощущение, что разработчики чисто так. По приколу все это делают. Ну, типа, знаете, пишут. Пишут и все. Вот они написали, типа, мы пофиксили баги. А на самом деле ничего не сделали. Им, типа, знаете, нравится писать это все. Либо они там, знаете, какой-то баг пофиксили, не знаю. Который никто не, даже не догадывался про него существование, никто его не видел, никогда не слышал, и тут, ой, мы пофиксили его. Это, конечно, странновато, честно говоря. Сейчас хамелеончика будем убивать. Он расстроился немножко. Хамелеончик, ты что расстроился? Ах ты, зараза такая. Я сейчас тебя уничтожу, а? Ты что, на меня лезешь? Сейчас совсем офигел, на льва лезть? А у меня до сих пор нет дробовика. Прошло половину времени игры, мне нет дробовика. Ну да. А где его найти? А его нигде нет. Наверное, сейчас пойдем вниз, через кусты. Точнее, через домики в кусты. Ой, как мне эта ульта нравится. Это просто шикарная ульта. В плане всего. Ой, не знаю, как на ней играть, короче. Такой бред. Сейчас будем пытаться пингвина словить. Ну да, пытаться. Зря я, конечно, сейчас пошел в этот. Не попал вряд ли. Да, не попал. Это просто шедевр, ребят. Вот просто шедевр. Слов нет. Ой. У пингвина напалм. Изи. Изи напалм и тройные гранаты. О, тут этот завкал с легендарной гранатой. Понимаю. Пингвин все-таки получил свое. Сейчас будем быка этого 7-8 уровня убивать. Попробую забрать, успеть эту штучку. У меня просто под напалом горит лев. И за счет этого может получать бонус. 9-я акулка. Щетнула. Ну, видите, у нее есть копье. Возможно, за счет копья шотнуло. Да, пингвин, конечно, странный был. Но топ-3 мы заняли. Конечно, уныленько все, честно говоря. То либо тебя шотят, либо ты что-то можешь сделать, но... На самом деле ничего ты не можешь. Любой уровень выше тебя, все равно тебя шотят. Ну, конечно, в этой ситуации можно было сделать по-другому чуть-чуть, сыграть. Возможно, акула бы вылезла на меня, если бы я сыграл по-другому. И, возможно, бы я затащил, но... Что есть, то есть, как говорится... Будем играть дальше, посмотрим, может получится все-таки взять хотя бы 1050. Ну, хотя бы. Я уже даже не думаю о более высоком рейтинге. Хотя бы что-нибудь. Все-таки хочется льва успеть докачать. Вот не видно какую... А, 7-й, все, выезжаю. А ну. Так, я взял... Капец, я их тут всех раскидал. Вот это жесть. Жалко, стан на всех не прошел. Иначе бы было очень круто. Ну за что? Игра, пропусти. Так, забираем дроп. Сейчас будем убивать Брюса. Так, забираем этот. Забираем сейчас быстренько защиту. И идем за хамелеоном. Жесть, вот это я тут пошотал. Я знаю, кто это. Хамелеон 9 уровня, который сейчас с легендарным дробовиком, который меня шотнет. Хотя, если я ультой попаду в него, то ему кранты. Плюс у меня есть
две хилки и армор. По идее, стоит ли этот дробовик того, чтобы за него драться? Нет. Вот мой вердикт. Честно говоря. Я даже не буду пытаться. Хотя хамелеончика я еще вижу. Смотрите, выехал. Оп! Да ну нафиг! Че, офигел хамелеон? Ой, зря я с хамелеоном дрался, в итоге 9 уровень все-таки больше решает. Да ёпт! Вот эта акула, она... Я не знаю, что у него в голове. Вот, ребята, серьезно, я не знаю, что этого акулеона в голове было. Это ж надо было вылезти под двух львов. Под двух львов. Он... О боже, это просто уникал. Это уникал. Знаете, как есть были такие... период Второй мировой войны камикадзе, вот акулка был один, наверное, из них. По-любому. Потому что зачем он это сделал, я так и не понял. Я не успею дробовик взять, хотя дробовик мне не нужен. Да, по сути. Ну, прям не то чтобы не нужен, но просто по сути не нужен будет пингвину. Почему? Точнее, против пингвина он не нужен будет. Потому что пингвин... Ну-ну-ну, ульт. Добей. Да! Сейчас боты меня убьют. Ага! За что, бот? За что? Прикалывайся, я, короче, не видел эту аптечку. И не успел... Боже. Кстати, боты, видите, могут тоже поднимать предметы. Ну, как могут, они вроде пытались. Капец, это просто капец. Да как так-то? Как же жестко все еще все было, как же четенько все сделал. И в итоге что? И в итоге просто бац, и нет у меня. Ой, некрасиво, надо уходить в кусты пониже. Ууу, сколько ботов. Мне это нравится. Нравится! Мне нравится. Нравится что-то челиков. Нравится. Бегать между кустиками и что-то челиков. Интересно, кенгуру думает, что убежит от меня? Смотрите, он пытается от меня убежать. Блин, он меня сейчас раздамажит. Мне нужно скрыться. Я надеюсь, он меня сейчас не видел. Да, он не видел. Он сейчас будет чекать. И в этот момент, когда он чекнет, мне нужно срочно выбегать из куста и юзать дробовик на него в притул. Тогда будет шанс его убить. Но это если он вылезет на меня. А если не вылезет, то это капец. Придется идти налево на лед. Но у меня, в принципе, две аптечки есть. Почти full КП. Там одной полоски не хватает. Есть армор. Ситуация неплохая. Можно даже топ-1 взять. Если все красиво сделать. Ну, кстати, вот, блин, со Стивом так все четненько получилось. Всех там развалил. Вообще всех жестко разваливаю. И тут бац. И отлетаю от бота. Я прям чувствовал, что сейчас отлечу. Ой, конечно, эпично получилось. А если бы я вытащил все там, сколько там дропа, сколько там аптечек было. Класс. Было бы вообще суперски. Вот льву, ему бы поставить лук, ему бы поставить дробовик усиленный, да? Ботинок и хотелось бы, конечно, кофе, и еще хотелось бы, конечно, зубы вампиров. Но это уже 5 артефактов, и вы сами понимаете, что так нельзя. Что 5 артефактов это дофига, и придется чем-то жертвовать. И вот вариант, пожертвовать зубами вампира, или пожертвовать все-таки ботинком, или же пожертвовать все-таки чем-то еще. Забираем сейчас дроп получше. На халяву просто. Хамелеон мне дал дроп. Спасибо тебе, хамелеончик. Благодарочка, так сказать. Сейчас будем этим дропом пользоваться и убивать этого хамелеончика. Или он меня шотнет. Вижу, там кто-то стреляется. Я сейчас просто отпугнул немножко хамелеона.
Там еще один лев вижу. Буду сейчас попытаться сделать все качественно. Забираю аптечку. Да ну блин, ну как же так? Ну... Вот ситуация, ребят. В меня влетает двое, да? Ну, орел плюс лев, да, во мне, в меня влетели. И у меня вопрос. Какого фига со мной рядом был лев, не умер? Какого фига я умер? Есть только одно объяснение. Либо в меня Лиззи попала, либо как-то лев, который был со мной. Короче, на него дамаг не попал. Но это невозможно, значит, это, скорее всего, Лиззи на меня бахнула стрелой. И как бы это обидно, ребят. Я мог вытащить спокойно, у меня были аптечки, две штуки, у меня был дроп. У меня все было идеально. Но, как вы понимаете, игра сказала нет. Игра сказала нет, к сожалению. Ну, ничего страшного, в принципе. Тащим. Это уже будет ластецкая гаточка. Он так уже задержался достаточно. Ботик какой живучий, а. Добовичком сейчас мы тебя добьем. Ой, ты еще один ботик. А ну, как его? Грандмастер. Во, отлично. Забираем мы дропчик. Две аптечки есть. Дроп хороший есть. Что, погнали это убивать? Нам-то сейчас надо задание на килы делать. По сути, для ивентика. Даже не надо особо... О, послышал, там кто-то был. Давайте здесь в кустах посидим. Возможно, кого-нибудь увидим и туда выбежим. Ага, здесь лев. А чё он... Как он успел это сделать? Не моя не понимать. А как это, лол? Да что это за баги такие? Ну-ну. Опять же, ситуация... Мне это больше всего бесит во льве. Я разворачиваюсь, езжаю ульту, она не рвет. Она юзается в другое направление. Тупо задержка. И ты ничего с этим сделать не можешь. К сожалению, да? И вот обидно было то, что... Я не попал ультимейтом. Он меня, в принципе, не видел. То есть, он не мог сказать, где я буду. И все такое. Но в итоге... Ему повезло, он не попал под ульту. Если бы он тогда под ульту попал, я, скорее всего, был бы шокнул. Вот серьезно, я бы его, скорее всего, шокнул. Ну, получилось, что получилось. Ладно, ребятки, на этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Разрабы, конечно, до сих пор не радуют. До сих пор не радуют своими ситуациями. Ну, а что делать? Какие есть, как говорится. Все, не болейте, не скучайте. Пока-пока.